Хорошо, что вы здесь, ребята, и добро пожаловать обратно в Дэдпула. Мы продолжаем его проходить. Как вы помните, мы остановились на испытаниях смерти. Я уже выбрал зеленое испытание. Нас спустили, не знаю, в какой-то подвал. Нам нужно убивать солдат. Так, что за подлагивания такие? Раньше такого не было. Что случилось с компьютером? Пока я в него не играл. Нифига себе, сколько патрон. Ой, так. Вот этого огненного сразу надо убивать. Потому что он всем раздает свою силу. Это не есть хорошо. Если все будут суперсилы, это ж не круто. Надо, чтобы кто-то один выделялся. Мы его сразу убили. Это что еще за покемон? О, все, тебя убили опять. Где-то здесь летал. А, вот он, который с желтыми шарами. И еще один. У него даже брательник есть. Погодите, ребята, дайте я сначала одного прикончу. И потом тебя. Ой, подожди, стой. Что такое? Что с компьютером? Не подвисай, пожалуйста, ладно? Пока я играю в Дэдпула... Да что ж такое-то? Не знаю, раньше такого не было, может быть это из-за испытания, все возможно. На самом деле я уже проходил Дэдпула, как вы помните, я об этом говорил. Вот. И этого испытания я не помню. Что странно. Так, а как мне бить? А, вот, все, я вспомнил. Забыл уже даже управление. Так, отлично, я его убил. Осталось времени, а что нам... Вау, нам выжить нужно. А, нет, я помню все-таки это испытание, да, нужно выживать. Ну, это, в принципе, несложно. Как я думаю, можно побегать. Еще 12 секунд осталось. Та-дам-та-дам. Мы же можем еще телепортироваться, не забывайте. Ой. Да ну, как умер? Эй. Блин, я думал, все так просто будет, а я помер. Ну, ладно. Кстати, с этой телепортацией отвлекся. Ну, ничего, сейчас просто будем бегать по кругу, и все будет нормально у нас. Не знаю, всегда так делаю, проблем не возникает. О, а вот интересно. И, блин, туда нельзя зайти. Фух, все нормально. Так, давай, 10 секунд. А я не могу стрелять. Так, вау, телепортация, быстрей. Она не работает, она, кажется, не работает здесь. Блин, меня опять убили. Ну, вот, несерьезно играю. Вот если играть без записи, то, знаете, вообще, проходится все с одного раза. А когда играешь на запись, то, блин, какие-то проблемы возникают. Какие-то подлагивания, какие-то, не знаю, перебои и так далее. Сюда я опять же зайти не могу, спрятаться. Хватит по мне стрелять, блин. Они, по-моему, еще палят по мне, да? Или просто гранатами? Мне кажется, что они по мне палят чем-то. Надеюсь, эти бочки не взрываются просто так. Ой. Да, блин. Ну, вообще не круто, ребята. Вообще не круто. Все. Этот раз будет последним, я точно пройду. Я в себе уверен теперь. Будем просто бегать. Это должно помочь. Не останавливаемся нигде. Ничего, не пробуем. Ладно, я понял. Назад, немножко отойдем, сейчас эти взорвутся, все. Ух ты, блин. Еще одна, да что? Чтоб тебя, блин, Дэдпул. Какого черта ты делаешь? Хорошо. Надо придумать новую тактику для прохождения этой миссии. Может на центре стоять? На центре стоять, так бегать туда-сюда. Ну, блин, это гранаты. Вот не знаешь, когда они взорвутся. Потому что они же с каким-то интервалом там взрываются. Поэтому, блин, неудобно. Неудобно проходить. Главное, бочки не взрывайте, ладно? И все будет у нас вообще прекрасно. Все. Так. Я победил. Хорошо. Осталось этого чучундрика убить. Ты что, прилетел сюда, огненный? А, огненные это какие-то новые, да? Раньше их же не было. 95 така. Мы почти собрали сотку. Это круто. Не знаю, что потом дадут. Надеюсь, какой-нибудь бонус. О, телепортация и на тебе по голове. Я его пришиб, отлично. Найди духа. Нам нужно найти духа и туда поставить эту статую. Все очень просто. Но не тут-то было. Испытания все-таки, кстати, меняются. То есть, если ты выбираешь зеленое, то ты попадаешь именно в зеленое испытание. Вот, я думал, знаете, ну выберешь ты зеленое, все равно попадешь на то, которое... Нужно, скажем так, если бы даже я фиолетовый выбрал. Ну, вы, в общем, вы поняли, я не буду путать вам мозги. Так, не падай. Ты не упадешь, надеюсь, все нормально. Ты где-то еще один прятался. А, вот он. Он убежал. На! Отлично, все, получилось. Еще спустился. Да блин, ребята, вы такие умные. Сохранялка, это отлично. Сюда я зайти не могу, да? Печально, ладно. Тогда нам нужно, наверное, на лифт. Да? Он нас подымет. Хорошо, здесь у нас что?
А, я помню. И знаете, это чем-то мне напоминает пещеру, из которой сбежал Тони Старк в первом фильме. Вот когда еще первый костюм свой сделал Железного Человека. Вот чем-то напоминает, вот особенно Муталампа. Ну ладно, это я уже что-то погнал. Так, 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 13 хп. Что-то я вообще заговорился, стою, меня там взрывают. Так, свалили. И мне, по-моему, говорили что-то по поводу вот этих зомби взрывающихся. По-моему, не нужно их как-то трогать. Их нужно сразу убивать, пока они ко мне бегут. То есть я их постоянно к себе подпускаю, но сказали, что этого делать не нужно. По-моему, так. Так, сейчас они побегут. Быстро, причем побегут! Сраза. Блин, 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 блин. Он раздает им свою силу. О, отлично. Друг друга убивают. Это хотя бы радует. Собираем. О, у нас 160 тысяч. Можно что-нибудь сейчас купить. Да блин, хорош, 13 хп. Черт вас. Побери. Все. Ё-моё. Как мне. Что мне сделать? Чтобы они не взрывались вокруг меня. Да блин. А, там нужно нажать эту штучку. Сейчас, хорошо, сейчас все сделаем. Так, я очки соберу. Блин, с них столько много очков, мне прям не хочется сюда уходить. Или все, или уже никого не будет. Ну, тогда отлично. Так, рычаг. Быстро нажимай. А, я понял. Будем быстро нажимать, надеюсь, это не очень громко. Все, быстро, открыли. Побежали наверх. Здесь у нас тишина. Смертельная тишина. Бу. Закройте двери. Нам нужно закрыть эти двери. А как я их закрою? Интересно. Что мне нужно сделать, чтобы их закрыть? Я уже и не помню. Так, тихо, у меня нос чешется, блин. Стойте, дайте я нос почешу. Все, все, все нормально. Ау. Чего ко мне лезьте? Чего ко мне лезьте? Блин. Чего у них такие длинные? Глаза красные, прям как крысы. Вау, 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 вау. Ничего не имею против крыс, но реально как-то они мне напоминают крыс. Давайте стреляться, что ли. Одного застрелил? Убил, нет? Да, убил. Как там меня... О, отлично, дробовик. Слава богу, ты здесь. Как тебя, блин, убить? Мразь. Все, убил. Так, стоп. Бэкспейс, и мы давайте улучшим какое-нибудь оружие. Улучшение игрока. Вау, да мы здесь еще ничего не улучшали. Повышенное здоровье. Я думаю, это нужно сделать. Улучшить нужно нажать. Увеличение количества бросаемых боеприпасов. Это нам не нужно. Усилить комбо здоровья. Давайте возьмем. Далее, что это? Нет. Так, частота пополнения. Каждый четвертый удар. Хорошо, возьмем. На 50. Уже не могу, да? 26 тысяч осталось. Хорошо. Ну вот 25, это что? Что удар... ладно, улучшим. Все равно это все потом нужно будет улучшать. Хотя не знаю, успею ли я это улучшить или нет. Но постараюсь. В любом случае постараюсь. Так, я помню вас, слендеры. И никогда вас не забывал. Вы мне всегда мешали. Вау, ты спустился ко мне? Какая честь. Какая, черт возьми, честь. Я не помню, как закрывать эти... двери, или они сами потом откроются или закроются. Черт знает. Так, дробовик. Спасибо. Это кто? Это какой-то электризованный монстр. Ну, мы тоже его убиваем, нам пофигу вообще. Все, нет боеприпасов. Как мне закрыть эту ерунду? Ну, блин, хотя я подхожу, ничего не могу нажимать. Ничего делать я не могу. А, нет. Короче, блин. Тут о, там так вот было. Ну, ладно. Иди сюда. Все, достали вы меня. Серьезно, ребята. У меня есть комбо, я пока на вас не буду, наверное, использовать комбо. Вот если вас будет очень много, ну, по крайней мере, больше трех, то это будет вообще смотреться очень круто. Так, может, сюда нужно как-то это вставить? Болтливый ассасин. Да-да-да-да-да. Что-то в этом есть. Что мне нужно сделать, объясните. Но эта зеленая штука... А, вот, открылась. Супер, а там тоже открылась? Ладно, не будем смотреть, давайте сюда сразу пойдем. А, да, здесь везде открылось. Я вспомнил. Тут везде открывается. Давайте возьмем патрон для шотгана. Бэм! Блин, да что ж такое? Во! Пошло, пошло мясо. Здесь у нас что? Здесь у нас всякие очки. Обязательно нужные нам.
Да блин, ну чё вы все ко мне пристали? Вот ненавижу, все на меня. Вау, это, по-моему, самые крутые, да? По-моему, самые-самые очень крутые. Куда нам нужно пойти? Давайте разберемся с этим. Собираем, опять же, для дробовика. Так, вы что, неубиваемые, что ли? Вау, сколько всяких очков крутых. Собираем обязательно. Стоп, а это что? А, нет, это не для этого. Я что-то попутал оружием. Кстати, очень неплохое оружие. Оно такими лазерами стреляет. Опять эти взрывные фигнюхи. И у меня, по-моему, стало больше здоровья. Да? Я же повысил свое здоровье. Мне, по-моему, было 100, сейчас 113 вроде бы. Но, по-моему, стало больше. Так, это в любом случае хорошо. Ну, хорош меня взрывать. Что мне нужно сделать? Объясните лучше. Блин. Привязались же ко мне. Не. Так, всех убиваем. Там опять взрывной идет. Давайте его взорвем. Так, сейчас. Вот, давай, момент. Да что такое, не вовремя взорвал. Взрывайся. Блин, опять он никого не взорвал. Определенно мне что-то нужно сделать. Как я думаю. Или можно всех убить. Тоже вариант. В Дэдпуле это срабатывает иногда. Всех убиваешь, и у тебя что-то открывается. Вау, сколько очков. Ага, вот и смерть прилетела. Так, за мной. Хорошо, иду за тобой. Как скажешь, пойдем. Идем. Ты очень медленно. Ты не могла бы побыстрее как-то это все делать? Я, конечно, не люблю все быстрое, но все равно. Оставайся в свету смерти. Я помню это испытание. Так, найди на ящиков. То есть я за это ачивку получу, да? Так, ты уже полетела или нет? Ты уже летишь, да? У меня будет отниматься жизни, по-моему. Так, стой, смерть. Мне... Да, меня убивают. Меня начинают убивать. Очень плохо. Где смерть? Стой. Блин. Еще эти ящики очень часто подлагивают. Так. Ты где? Летишь? Ты медленный. А куда? Что? Куда мне идти нужно? Ой. Вернитесь к свету смерти, блин. Бегу. Где она? Я ее потерял, я ее вообще не вижу. Ай, меня убили, блин. Так, ладно, хорошо, опять собираем. Давай, быстрее. Ну, открывай, чё ты ждешь? Вот видите, он не открывается, просто не открывается. Может, надо F, потом открыть. Сработало. Давай, смерть, полетела. Ладно, не будем ее ждать. Она очень долгая, все. Еще здесь хочу. Еще здесь, давай, успеем. Ну, блин, чё ты... Тупой Дэдпул. Кай, ладно, пофиг. Реально очень тупой. Вот некоторые ящики просто не открывает, не хочет открывать. А как здесь быть? Вот она куда-то наверх идет. И чё, куда мне идти? Ну, наверное, вниз. Вроде внизу, да? Да, где-то она здесь. Хорошо. Так, вот она, смерть. Вау, монстры появились. Как-то я о них забыл, на самом деле. Где мои тако? Блин, я уже давно собрал эти 5 тако. Почему нету сотки? Ты голоден? Ну, не совсем, я голоден на самом деле. Хотя не отказался бы что-нибудь покушать. Открой ящик, пожалуйста. Все, спасибо. 4 ящика всего, это очень мало. Нам нужно 11 собрать. И мы этого не сделаем. Я уже чувствую это. Край. Молодец. Молодчик. Все, прилетели? Так, новое задание. Играть. Окей. Так, нам сюда, да? Отлично. А там еще где-то с 2D игрой момент. Это, по-моему, сейчас он будет, да? Да, это этот момент. С 2D игрой. Очень классная 2D игрушка. Мне очень понравилась вообще вся эта затея. Так. Так, одобрено Дэдпулом. Тогда быстрее Как куда... Все. Вау, черепушка летит. Так, давайте все собирать. Ага. И едь. Все, отлично, все собрали. Мы молодцы, большие молодцы. Так, он здесь только драться может? И у него... Да, нельзя... А, нет, можно менять на кувалду. Я ошибся.
Так, хорошо, здесь открываем. Открылась дверь. Замечательно. Так, ребята, не мешайтесь, пожалуйста. Быстрыми ударами будем проталкивать всех. Надеюсь, они не против. Вот, зеленые тако. Вроде бы они подходят для моей коллекции тако, но не знаю. Вау, что такое? Что случилось? Все, отойдите, дайте я пройду. О, отлично, спасибо. Аваст? Аваст это антивирусник, что ли, такой? Мне кажется, нужно быстрее это делать. Они, по-моему, рушатся. Давай. А куда дальше? Куда дальше? А что там было? Я не понял. Открывайся. Побежали. Так. В. В, А, нет, я не то, я Б нажал. Сейчас еще раз, извините. Протупил. Согласен. Сильно я протупил. Так. Так. Давай. И... Все, получилось. Замечательно. Так, отпрыгиваем от стены. Ну, пока у нас все идет нормально. Там дальше, по-моему, нас закроют, и нужно будет бочки отбивать. Что-то наподобие этого. Стой. Стой. Открыл. Какая прелесть. Все. Мы в каком-то аду. Уф. Страшно. Шарики. Шарики. Вот, по-моему, это место, да. Это наши жизни. А, это жизни этой установки с бочонками. Теперь нам нужно будет отбивать. Очень прикольно. Так, видите, одна жизнь. Вот так. Круто, это как волейбол. Это очень круто мне сделали, точнее. Вау-вау-вау, сейчас взорвется. Все взорвалось. Так, еще одна. Отталкивайся, нет. Ладно, взорвалась. Отлично. Прям туда закинул. А что эти бочонки делают? А, здесь скелеты, все, я вспомнил. Да, здесь скелеты будут. Так, давай, ой-ой-ой, скелет мешает. Отойдите. Нафиг отсюда, засранцы, блин, да вас же взорвет. Так, ладно, вот так будем поступать. О, точно попал. Точно попал, и давай, скелет, отталкивай. Че ты ждешь? Фу, блин, не на меня же. Дебилы. Стоп, 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 стоп. О, отлично. Все, последняя, нет. Вот, еще одна жизнь. А, вау, вау, вау. Ну, блин, ох, не так, не так, не так, ладно. Сейчас подождем, она взорвется. И, блин, давай, о, все, взорвал, отлично, получилось у нас. Замечательно. Так, сундучок, вызвать духа. Вызываем духа. Я долго этого ждал. Ну, там, по-моему, вообще девчонка, не знаю, почему долго этого ждал. Мне кажется, ждала. Так, отлично, мы прошли первое испытание смерти. В следующих сериях мы пройдем следующие два. Я надеюсь, что вам понравилось. Спасибо за внимание. С вами был Skittles. Всем спасибо. Всем пока.